просто подошел ко мне вплотную, вот прям вот, знаете, прям вплотную, и никуда не дает пройти, и говорит: «Эу, ты как разговариваешь со мной?» Я говорю: «Я с тобой нормально разговариваю, тебя попросила, отойди от меня». Он начал меня оскорблять, типа: «Ты кто такая? Я тебе сейчас ударю, пятое, десятое». Я ему говорю: «Слушай, иди отсюда, не хочу я с тобой разговаривать, да пошел ты». Вот, а он перед этим еще оскорбил меня долбоёб, ебанушка и всякими такими вот оскорблениями. После того, как я ему сказала: «Да пошел ты», я отворачиваюсь, и мне просто прилетает удар в глаз. Очень-очень сильный удар в глаз. Регина, херню не страдай. Я тебе вчера тоже сказал. Получилось, получилось то, что один раз. Ты дальше за то, что вот это питаешься, то, что вот это творит менты, ты сама себе это хочешь делать. Понимаешь, я здесь живу, у меня и ментуру попадал, не за такую, за хуже. Понимаешь, я этого не боюсь, Регина. Это всего лишь мелочь. Ты потом, ты меня сильнее разозлишь. Так что успокойся.